В ближайшее время в Самарскую область поступит очередная партия вакцины от коронавируса – более 23 тысяч доз. До этого регион принял уже свыше 71 тысячи доз спутника ВИ. Вакцинацию прошли более 57 тысяч человек. Прививки от COVID-19 делают в 55 государственных медицинских учреждениях губернии. Работают и мобильные пункты. В общей сложности открыто 137 прививочных кабинета. Два из них действуют на базе Тольяттинской поликлиники номер 1. Лучше заниматься профилактикой, нежели лечением. Это, в общем-то, для состояния здоровья это будет лучший вариант. Пафосно, наверное, но в гражданской позиции такое есть понятие. Это, во-первых. Во-вторых, не хочу быть возможным источником заражения других людей, близких особенно. Есть в семье пожилые люди, поэтому в первую очередь и дети, есть и внуки, поэтому надо беспокоиться о них, ну и о себе. Юрий Фролов прошел вакцинацию в поликлинике по месту жительства, добровольно дождавшись приглашения после записи в лист ожидания. Ну, как обычная прививка. Никаких изменений или отличий, наверное, от других прививок совершенно нет. Укололи в плечо, да и все. Вакцинацию проводят препаратом ГАМ-КОВИД-ВАК, торговое название «Спутник ВИ». В регион он поступает на уполномоченный фармацевтический склад, затем распределяется в медицинские учреждения. На всех этапах соблюдается требование к условиям хранения вакцины. Вакцина размораживается примерно 20-30 минут, флакон, и мы должны его использовать в течение 2 часов после разморозки. Сегодняшняя поставка партии – это уже однодозовая вакцина, это упрощает ход, то есть человек пришел, врач его посмотрел, и тут же он прошел в прививочный кабинет и сделал вакцину. Записаться на вакцинацию можно по телефонам регистратур поликлиник по номеру горячей линии 122 и на портале госуслуги. Здесь, кстати, есть специальный раздел «Лист ожидания». Если в поликлинике вакцина закончилась, как только препарат снова поступит, вас пригласят на прививку. Вакцинация проходит двухкомпонентной вакциной, да, если, может, повторюсь. То есть первый компонент и второй вводится через 21 день, и иммунитет формируется через 42 дня от даты от начала вакцинации. Игорь Грещман, Андрей Комиссаров, новости Тольятти.